Друзья, всем привет! С вами на связи Руслан. Сегодня на обзоре у нас интересный детский центр. Он сделан в виде такой самолета и подводной лодки, но я не знаю. То есть это такой микс. А это и сортир, и ксилофон, и также музыкальная игрушка. В то же время ее можно тянуть за собой. Ну, невероятно, да, что придумали? Вот так она выглядит. Хороший дизайн, мне понравился. Качество пластика чуть-чуть выше среднего, но не премиум. У нас есть пальчиковый лабиринт, у нас есть ксилофон, у нас есть сортир. Вот такие брязкальца всякие разные. Как работает сортир, я думаю, вы и так знаете, но на всякий случай покажу. Он тоже нужен для развития ребенка, в том числе моторику. Ту же функцию выполняет ксилофон. Прикольно, в общем. И тут еще есть вот такая, такой переключатель. Так. Разная музыка. В принципе, по этой игрушке все. Она неплохая. Всю информацию я по ней оставлю в описании, в том числе артикул. Оптимальнее всего купить на нашем сайте. Ссылочку оставлю в описании, потому что цена будет лучше всех. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, был полезен. Всем пока.